до інших держав. Вероятный выход Великобритании из Европейского Союза может негативно сказаться на Украине, заявил в интервью «Радио Вести» политолог-международник Андрей Бузаров. И Великобритания, она занимает такую позицию, которая ей удобна в Европейском Союзе. Если все-таки теоретически это рассматривать, безусловно, это будет негатив для Украины, поскольку Великобритания является активным сторонником поддержки Украины, даже в том числе и в военном плане. Франция и Германия являются, скажем так, оппозицией к мнению Великобритании. Поэтому это будет с точки зрения геополитической и внешнеполитической негатив для Украины. Добавлю, что в парламент